друзья, давайте начнем уже про контент. 7 шагов до, от как бы банального слова до сотворения контента. Да, действительно, меня зовут Артем Кудрявцев. Я действительно из агентства Роскреатив. Оно буквально недавно появилось на рекламном рынке. До этого я работал в крупном агентстве рекламном Грейд. До этого был в Яндексе, во Фри. В общем, много всяких имен больших вам известных. В общем, да, давно я. Можно меня послушать, должно быть интересно. Сегодня поговорим о следующем. Сегодня, наверное, даже вот в этот момент меньше всего будет про какие-то цифры, трафики, постклики, клики, как это все достичь. Я стараюсь на своих выступлениях как-то немножко философски к этому ко всему относиться и подтолкнуть вас к каким-то классным, интересным вещам. Вы вернулись. Я вас запомнил. Вот, так что сегодня поговорим про контент, про креатив, как это все появляется, и пройдем по 7 шагам от самого начала до самого конца. Итак, друзья, возможно, какие-то из этих, на самом деле, шагов покажутся вам знакомыми, какими-то незнакомыми, но очень важно их проговорить бывает и понять для себя, что, блин, действительно, это же так и надо делать, а я не делал, почему? Итак, давайте начнем. Первое. Первый шаг – было слово, и слово это бриф, друзья. Почему-то в нашей рекламной индустрии все знают, что нужно сначала поставить цели, задачи, все, значит, проговорить, обсудить аудитории, какие особенности. Но когда дело доходит до них самих, все это сворачивается, там, не знаю, до переписки в Фейсбучке, типа, чувак, мне там нужен креатив для нашего нового бренда, для нашего продукта. Сделаешь, да, окей, все, ты вроде как, вроде да.